Вот подошли к костру, где мы картошку печем по пятницам в лагерь. Это грифа сейчас открывает сейчас. Даже вставляет еще. Ну короче так. Тут уже все понятно. Так, что сказать? Посмотри, какая она у нас была. Вот эти стояли высоко. Мы натягивали проволоку с той стороны, с той, чтобы не слышно было. И думали, разведем рыбу и над рыбой жарить. В прошлом году Роспотребнадзор подвел нас к той черте. Я начальник, основатель лагеря. 45 лет уже существовал. Тут за всем такая история, как жить в бедности. Интересно и красиво. Не роптать, ничего не искать. К нам приезжали тут первые секретари из Америки, из Бразилии, из Канады, и кого только не было. Из Израиля. А много ли у вас таких, да откуда я знаю? Много-мало. Это яма. Какое-то было здание здесь. Сейчас не могу сказать. Это вот ярусами идет. Называется что? Подиум. Скамейка раз. Вот это вторая идет, это третья. Три яруса. А четвертый вот здесь вот. Две жерди. Легко садиться. Видите, как на нее просто подошел. Дети любят ходить. Мало того, тогда я делал, и сейчас жердины не шкурил. Одна прямые тут есть черемуха, лиственница, береза, осина, клен, акация. И дети даже здесь садись, сказал, иди на акацию, они уже знают, куда идти. За нарушение приходилось отвечать. Вот это привезено все, это не просто мусор, это на костер. Костер. Вот видите, построили отдельно туалет, яма там. Вот отсюда, видать, вон где. Это. Ты иди сюда, сфотографируешься. Вот показать даже где. Вот это мы заново, 2 года назад или 3 года назад. Михаил Кальмаев был, больше всех помогал. Так, я зайду с ветра, иначе ничего не слышно. Люди ропщат. Смотрите, как скамейки сделаны. Они, столбы промазаны отработкой. Вот даже столбов. Сколько здесь? Вот, допустим, все. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 столбов. Да под этим посчитай, под скамейками сколько. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 и 15. Смотри, как ступеньки сделаны. Когда дети радуются, картошка, костер, каждую пятницу. Ну, если, конечно, грозы нету. Тут у нас везде распятие. Вон, видно где? Смотри, какое. Да. Дай-ка я вас сниму здесь, братья. Вот, перед озером. Это Костровый назывался, или Симаковский раньше. Ну как, тут ничего, нормально. Так. На-ка меня очакни. Тут я провел, но как мы эту яму искали? Где? Чтобы не раздувало ветром. Чтобы пожар не случился. Ну, сюда приезжали комиссии разные. Да, вот так самое лучшее, конечно. И ворона еще сидит наверху на столбе. Давай. Вместе с вороной вас. Хорошо. Все? Еще. Разное сделали. Давайте еще немножко. Вот, чтобы все попало. Никитин дом теперь. Рядом Володина крыша. Ага. Прокомментируй. А вот наш лагерь. Мы сейчас туда пойдем. Володя, сейчас садимся вместе все. Берем.